Всем привет, ребята, меня зовут Дейл, добро пожаловать на мое новое видео, ребятки, на мое новое видео. И сегодня, ребятки, я буду снимать очень крутой видос, ребятки. Это у нас популярная рубрика в Майнкрафте, да, ребятки, самая популярная рубрика. Ну, давайте тогда начинаем. Вот, ребятки, здесь вы видите три дома. Первый, второй и третий. Третий вообще современный. Смотрите, ребятки, у всех блогеров был такой, ну, такой челлендж, как бы сказать. Давайте скажем так. Ну, рисуя, получаешь предметы, да, ребятки? Все блогеры так снимали, но я это сделал необычным, ребятки. Здесь есть три дома. Вот, вы видите. Там есть таблички. Например, как я буду объяснять вам. Если я там напишу какой-то, ну, имя предмета, например, наковальня. И у меня в инвентаре появится наковальня, ребятки. Вот реально, будет интересно. У никакого блогера не получилось такое видео, ребятки. Ну, давайте тогда начинаем. Сперва давайте идемте в этот дом и открываем его, видим. Такой крутой маленький домик. Что здесь написано? Привет, игрок Дейл. Добро пожаловать в челлендж. Ну, понятно. А здесь, на этом доме, ты сможешь вставить табличку и написать то, что угодно. Я же сказал, ребятки, я же сказал. Давайте открываем. Понятно, ребятки. Понятно. Давайте будем брать все. Давайте теперь то, что угодно будем написать. Ну, что бы мне надо написать, ребятки? Вот реально. Ребятки, у меня очень хороший план появился. Давайте вот сюда напишем создать жителя. Почему бы и нет? Здесь вообще никого нету. Давайте создать жителя. Все, ребятки. Опачки! Ребят, вы это видели? Вы это видели? Уже получилось, ребятки. Первое желание. Давайте вот сюда поставим. Почему бы и нет? Вы скажете, почему ты не написал там алмазы или изумруды или там и так далее. Почему? Потому что, ребятки, я же могу написать все, что угодно. Может, в этом домике есть что-то угодное. Или там, вы видите, там алмазы, да, ребятки? Ну, потому что я не заказал. Вот, здесь есть житель. Ну, и я специально заказал, потом написал жителя, потому что мне не было скучно. Вот, взгляните, ребятки, хотя бы один житель поднимает настроение. Мы уже первый написали создать жителя, теперь второй, ребятки. Что бы мне написать? Кстати, ребятки, напишите вы в комментариях, что бы вы написали, если у вас тоже был такой момент. Что бы вы написали? Или заказать что-то крутое, например, ну, эндербёрл, ну и так далее. Кстати, ребят, у меня очень хорошая новость, ребятки. Почему бы и нет? Давайте используем Ender Burl. Напишем сюда Ender Burl, да, ребятки? Burl. И все, ребятки. Ждем. Ой, ребят. Блин, ребятки, как-то пугает, ребятки, когда появится. Блин, ребятки, а вы заметили, что здесь три Ender Burl? Почему? Я же написал только здесь одного. Вот, смотрите, Ender Burl. Я там не написал три или не знаю. Кажется, это будет дать самостоятельно, что ли? Если я сюда, здесь опять напишу Ender Burl, то он мне дает три, да? Если одно, ну, знаете, ребятки, вот. Если бы было одно, то я сделал вот так. Давайте вот сюда сделаем. Вот так. И все, ребятки. Закончил себе. Потому что там стояло... Ну, да, три дали, да? Давайте, ребятки, тогда сделаем третью. Житель, скажи, что мне делать? Ну, понятно, ты же ничего не знаешь. Ребятки, давайте, ребятки, что бы мне писать? Ребятки, я не знаю даже, что писать. А может быть... Ребят, у меня очень классная идея появилась. Давайте вот сюда напишем... Давайте напишем, например, что написать. А, меч, ал,
мазный. И все. А! Блин! Да ёма, блин, хватит меня пугать, блин. Когда появляется, даже мне пугается, блин. Ух, ребятки, а это уже по-нормальски. Даже, смотрите, житель убежал от меня. Уже мы закончили первые три желания, ребятки. Давайте скажем так, чтобы было поудобнее сказать. Теперь мы будем идти нашему драгоценному второму домику. И... погодите. Вы это видите? Радужно стоят, ребятки. Как красиво стоят. А здесь табличка, ребятки. Давайте читаем. Ты должен вставить табличку вверх шерсти и написать туда подцветные вещи. Не понял. А здесь написано... Что там написано, блин? А, начиная отсюда. Блин! Ребятки, я должен... Как бы сказать... Я думаю, вы не поняли, ребятки. Я понял. Я должен написать, например, вот такой цвет стоит здесь, фиолетовый. Давайте скажем так, фиолетовый цвет стоит. Я должен вставить табличку и написать туда, ну, фиолетовую вещь. И появится, ребятки. Что бы есть в фиолетовых вещах, ребятки? Вот реально, мне интересно. Давайте лучше не по порядку, а, ну... Еники-беники сделаем, да, ребятки? Я хочу начинать. Давайте будем начинать с желтого, ребятки. Мы делаем это правило. Главное заканчивать эту радужную шерсть. Давайте, ребятки, здесь напишем золото. Почему бы и нет, ребятки? Почему три? Почему только три штучки? Ну... хотя бы это тоже нормально. Я буду спокоен. Но это тоже отлично, ребятки. Давайте начинаем теперь. Давайте вот этого, ребятки. Почему бы и нет? Я хочу быстро проходить. Давайте, ребятки, начинаем. Здесь я хочу написать. Что есть? Было. Я думал уже. Я уже догадался. Подписать. Давайте, ребятки, нажимайте на эту кнопку и сделайте его серым. Я просто напоминал это. Давайте теперь сделаем здесь кровать, ребятки. Просто кровать. Все. Опаньки. И вот кровать, ребятки. Кровать. Ну, хотя бы кровать, да, ребятки? Вот реально. Что бы мне еще сделать? Блин, ребятки, давайте быстро заканчиваем. Ребят. Давайте, ребятки, я не скажу это. Голубой цвет на какой предмет похож, ребятки? Напишите в комментариях. Если написали, давайте тогда я буду делать, ребятки. Если вы не догадывались, вот сюда мы напишем алмазы. Все, ребятки, у нас получилось. Мы написали алмазы и появилось у нас алмазы. Что сделать, ребятки? Если вы уже догадывались, то вы молодцы. А если вы не догадывались, то вы уже, кажется, не побеждали. Ну, давайте, ребятки, тогда сделаем следующий. Что бы мне выбрать? Ребятки, вот реально. А может быть лаву, ребятки? Давайте быстрее закончим. Давайте. Лава. Лаза, что такое лаза, блин? Лава. Все. Спасибо большое. Давайте, ребятки, выйдем отсюда. Давайте открываем вот так. И давайте поставим его. Ну, давайте вот сюда, ребятки. Вот почему бы и нет. Если у меня тупойские вещи, то я жгу, ребятки. Вот реально жгу. Что мне не нужен? Кровать мне не нужен. Почему бы и нет, ребятки? Что бы я сделаю на плоском мире. Вот реально. И мне не нужен пока что, да, земля, ребятки. Вот реально земля вообще не нужен. И все, ребятки, остальные пока что нужно. Давайте опять заходим и будем выполнять дальше. Давайте здесь напишем трава. Все, ребятки. Опаньки.
Ну, наконец-то уже дали по 10 штук. Давайте, ребятки, ну, поставим сюда. Почему бы нет? Жители опять ходят, что ли? Давайте поставим, например, сюда, 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 сюда. Все, ребятки, давайте вот сюда. Все, у нас хотя бы есть трава. Трава, вот, взгляните, трава. Эх, понятно, ребятки. Хотя бы на плоском мире появилась трава. Давайте дальше сделаем. Две остались, ребятки. Две, 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 две. Давайте сюда сделаем воду. Давайте, ребятки, вода. И вот опять появился вода, ребятки. Вода. Ну, это крутая тема. Давайте сделаем сюда воду. Давайте вот сюда. Давайте откроем. И сюда поставим воду. Теперь сюда будем поставить. Ну, не. Давайте, ребятки, давайте, ребятки, давайте, блин, ребятки. Вот реально, я точно нуб. И вот, ребятки, я только что выкинул лишние вещи, и я готов еще написать. Давайте напишем. Давайте вот так. Пурпурный блок. Не знаю, ребятки, как в Майнкрафте существует этот блок. Это что? Погодите, ребят, погодите. Пурпурный блок. Вот реально, ребят. Что, есть пурпурный блок? Блин, ребятки, я сам не знал. Фух, житель тоже ходит. Блин, ребятки, я вот реально, ребятки, вообще не знал, что в Майнкрафте существует пурпурный блок, как бы сказать. Вот реально, ребятки, я случайно написал. Издевался, ну, как бы сказать. Фух, ребятки, мы уже закончили вторую комнату. Теперь давайте идемте третий дом. Давайте вот откроем. Что это? Давайте закроем, ребятки. Было хорошо. Все, все, все. Блин, ребятки. Как это красиво. Что это? Что это? Блин, ребятки, что это? Что это? Давайте читаем рисунок в других игроках. Все, ребятки, все понятно. Кажется, другие игроки тоже играли в Майнкрафт и сделали все эти рисунки, ребятки. Вот реально, уже мне понятно. Они будут, как бы сказать, они нарисовали вот сюда, ну, эти вещи, вот здесь стоят, вот награда. И там пустой, я думаю, там будет мое место, ребятки. И давайте тогда откроем сундук. Я пришел к сундуку и откроем. Что? Что не открою? А, вот. Теперь смотрите, ребятки. Это уже стало круче. Вот здесь есть все, что мне нужные вещи. Давайте все это дело будем брать, 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 брать. Эти блоки тоже будем брать. И давайте, почему бы нет, давайте это тоже пьем. О, смотрите, как ярко выглядит. Теперь мы будем взять вот эти вещи. А, все, ребятки, ясно. Что бы мне нарисовать, ребятки? Вот реально, что бы мне нарисовать? Давайте пока используем вот эти вещи, вещи, вещи. Давайте сделаем подниматься, чтобы было подниматься, ребятки. Вот сюда, вот так. И все, ребятки, сюда поставим вот эти блоки. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. И все, ребятки, я думаю, это уже отлично. Давайте теперь сделаем что-то покруче, ребятки. Например, все, ребятки, все. Вот реально, я уже понял, что я буду нарисовать, ребятки. Вот реально, не хочу вам показывать, это сюрприз, ребятки, сюрприз. Пока что не хочу показывать. Давайте, тогда я сделаю паузу и быстренько нарисую. И внимание, внимание, ребятки, внимание, внимание. Смотрите мой рисунок. Как вам рисунок, ребятки? Как вам рисунок? Как? Вот, взгляните, ребятки. Напишите в комментариях. 1 из 10. Сколько вы бы поставили? Я уже только что нарисовал и даже выкинул свои вещи. И сюда оставил вот этот нагрудник алмазный специально. Если бы я сюда поставил, вы бы уже догадывались, ребятки. Фух, ребятки, я уже только что закончил. Теперь я готов сюда, ну, ставить свою картинку.
Давайте, ребятки, давайте поставим туда. Вот так сделаем и поставим. И все, ребят. Как выглядит, ребятки? Оценивайте, ребятки, оцените. Давайте вот сюда вот так поднимаемся, чтобы было очень даже хорошо. Вот, взгляните. Взгляните, как много рисунков. Кто-то нарисовал Ender Burl, ну, паутину, и лук, ребятки, и пшеницу, золотую яблоку, бедрок тоже, ребятки, и я самую главную. Ой, блин, ребятки, это что за... Давайте, ребятки, лучше опять поставим, ребятки, чтобы было очень даже хорошо, ребятки. Давайте лучше нормально сделаем это все дело. Вот так и вот так. Все, ребятки, давайте лучше не трогаем, а то не хочу опять взять. Все, ребятки, я уже закончил свой рисунок. Наконец-то, ребятки, наконец-то. И житель опять не умер, что ли? Я думал, что он давно-давно умер или куда-то ушел. Давайте смотрим, что будет делать, если будет. А, ну, понятно, ребятки. Я что-то затуплюсь, даже нервничаю, ребятки. Вот реально, даже нервничаю. Давайте, ребятки, лучше заканчивать. Фух, ребятки, если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайк, ребятки. Точно-точно ставьте лайк, ребятки. Пожалуйста, под этим видео точно ставьте лайк. Я старался над этим видео очень-очень-очень. И даже устал нарисовать, ребятки. Вот реально, взгляните. Если бы у меня был компьютер, то я давным-давно бы сделал все красивее и удобнее. Жаль, что нету компьютера. Фух, ребятки, если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ребятки. Вот реально, вот сейчас он стоит красным, вы должны его нажать и сделать его с крану серым, ребятки. Вот реально серым. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видеоролики, ребятки. Ну а с вами был я, меня зовут Дейл. Всем удачи, всем спасибо, всем пока!